Друзья, всем привет! Снова из города Глазов. Первый влог в новом году. Хочу показать вам демо. Сегодня я не взял фиксатор для камеры, придется снимать вот так вот с рук. Ну и чтобы... демо будет на тот трек, даже не трек, а композицию. Даже не композицию, а саундтрек к фильму страшному, к игре страшной, о котором я писал в своем посту. Давайте я наведу вам на здание и включу. Я думаю, что оно олицетворяет это. Слушаем. Пишем в комментариях, на как вы думаете, на какой фильм этот саундтрек? Моего сочинения, все пианино. Такая вот композиция. Услышите вы ее, наверное, сейчас могу соврать, в общем, в следующую пятницу, то есть не в эту, а в следующую. Не помню, какое там будет число. Мне кажется, город Глазов, ну, так как здесь население небольшое, он прямо хорошо так олицетворяет эту композицию. То есть намек даю, да, вот идет снежок, на улице безлюдно. Есть догадки уже? Ладно, вот такой коротенький влог. Раз уж я без крепежа, вот так вот с вами общаюсь. До скорых встреч. А, кстати, ребята, выходит в эту пятницу, выходит трек совместный с Димитри Вэй. Песня называется «Ты не будешь любить». Обязательно слушайте, комментируйте, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья. Можете оказывать материальную помощь. Это супер. Все денежки пойдут на премиум какие-то аккаунты, которые я постоянно содержу на промо-диджи, чтобы больше народа охватывала аудитория, было, чтобы была больше. Чтобы я выкладывал свой материал бесконечное количество, потому что если нет премиум аккаунта, то... Потому что тут уж, извините, там
влезут максимум 50 треков, наверное, да, я даже не знаю, может даже меньше. Ладно, всем пока, всем спасибо, до скорых встреч, ребят.